Приветствую, ребята. Получил в Китае, заказал такую вот антенку на DSB, ADSB на 1090 МГц. Вот. Это я уже ее немножко покромсал. На анализаторе прогнал. Она, оказывается, резонирует не на 1090, а на 1020. Ну, кстати, многие писали об этом. Так, для пробы взял. Интересно, так сделано. То есть... Во-первых, что было не так? Это не пропаяна была эта часть. Вот здесь. Хотя она тоже здесь, она ж, ну, видите, вот просвещается отверстие. То есть это металлизированная металл, ну, то есть металлизация, по сути, текстолит и медь, покрытая лаком. И обратная сторона это то же самое. Вот. То есть она участвует в работе антенны. Вот. И что я сделал? Укоротил практически на 5 миллиметров этот элемент, который идет в центральной части, и подрезал здесь и здесь, вот срезал, то есть по сути укоротил тоже, то есть я уменьшил просто, это по сути, ну, я так понимаю, диполь, что типа диполя. Вот это все подрезал, и КСВ сместилось уже как раз на нужные частоты более-менее, потому что 1020 это не 1090, это уже получается там разница почти в 70 МГц. Я понимаю, что это УКВ, но как бы чересчур. Сейчас покажу на анализаторе, как это все выглядит. Так, смотрите, подключил 1092, КСВ 1.1, единичка. Хотя было где-то вот здесь у меня поднялось. Вот. На 20. Вот я когда подрезал, стал уже повеселее. Вот в этом как раз диапазоне. Дальше уже идет подъем. Несущественный. То есть, в принципе, подрезать и будет нормально. Вот. Но выше 900, понятно, что подъем идет. Вот. В принципе, пользоваться можно. Понятно, что не актив. В принципе, дело в том, что смотрел еще на самодельную, которая из кабелей, вот, коллиниар. Ну, там четкий резонанс, надо будет как-то показать. Там реально четкий резонанс на 1090. Здесь он как-то размазан, может, потому что это просто диполь, потому как все-таки коллиниары, они довольно узкополосные. Вот, ну, в принципе, можно пользоваться. Вот. Ссылку на продавца там я приложу в ролике. Всем всего доброго, всем три и до свидания.